Давайте поздороваемся. Так. Ирина. Привет. Яша. А, можешь, пожалуйста, открыть микрофон? У меня есть микрофон. Видно? А, Марина. Можешь, пожалуйста, открыть микрофон? Так, не отвечает. Даша. Можешь, пожалуйста, привет. Давай, пожалуйста, откуда ты? Я из Москвы, столица России. Ладно. Сколько тебе лет? Тоже хрономейся. 7. По-гречески мне 7 лет. Это имя эфта хроном. Повтори, пожалуйста. Имя. Имя. Эфта. Эфта. Хроном. 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 Ну, не му, а ну. Да. Молодец. Так. Давайте начнем. Я сделаю демонстрацию экрана. А можно я тоже про себя расскажу? Да. Откуда ты? А, я могу про себя на английском рассказать. Давай, как хочешь. My name Marina. I am 9 years old. I very, very, very love cats. I have a toy cat. His name is Rogers. Where do you from? I'm from in Moscow. А вот я вот сейчас в отпуске с родителями. На Черном море. 9 лет. Не 9 лет по-гречески. Имя Эня Хроном. Повтори, пожалуйста. Как? Имя Эфта. Нет, Эня. Имя Эня Хроном. Имя. Повтори. Имя. Эня. Эня. Эня Рано. Так? Хронон. Хронон. А, кстати, этот вот Роджерс, он наручный кот. Его на руку надевать можно. Вот. Так, начнем наш урок. Привет, как по-гречески? Роман. Калимера. Калимера – это или добрый день, или... Ульяна, микрофон выключился. Да, простите, пожалуйста. Или доброе утро. А-а-а. А при... это, Роман, ты знаешь? Яшу. Яшу, молодец. Или Ясос. Да. Ясос, я... если ты несколько людям говоришь привет, а Ясу, я... если ты говоришь одному. Ясос – это множественное число, а Яшу – это в единственном числе. Так, Яшу, Ясос, или можно еще сказать Я.
просто я. Как дела? Кто знает? Саша, знаешь? Как дела? Нет, не знаю. Ола в Доте. Кто знает? Я не знаю. Как дела? Это ты, Камиш. Давайте я еще напишу вам, как читается это. Я. 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 Г в греческом языке мягко. Г. Я. Шу. Я. Саш. И я. Ты канеш. Читается ты канеш. И как тебя зовут? Как кто знает? По-гречески. Роман, знаешь? Нет, я забыл. Как это пош? Пош. Се. Лен. Пожалуйста. Пош. Се. Лен. Так, можете просто повторить, пожалуйста. Даша, повтори. Пош, 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 се. Лена. Поселена. 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 Елена, пожалуйста, повторите. Поселена. Молодцы. А Саша... Пош, се, Пошелена, Пошелена. Молодец. Тоня? Пошелена. Молодцы. Так, вы помните те цифры? Если не помните, сейчас будете. Я не знаю. Нау, я не помню. Не знаю. Я не знаю. Кто помнит, пусть ручку поднимет. Полина, ты помнишь? Цифры. Да. Начинаем. Мизен. Ноль. Молодец. Мизен. Мизен. Один. Энна. Энна. Вион. Вион. Трия. Трия. Тесра. Тесера. Пенде. Пенде. Экси. Экси. Эфтан. Эфта. Эфта пишется и эфта, и эфта.
Потом. О. Охто. Де и охто. Охто пишется и охто, и окто. Сколько «н»? Один или два «н»? Два. Два, молодец. А можно я скажу от 10 до 19? Да, давай. Века. З. Века. Века. Века Эна. Века Био. Эдека. Эдека. Века. Энпия. Века. Потом опять повторим. Века Трия. Века. Трия. Века Дезера. Века. Века Бенда. Пед. Века Пед. Века Экси. Века Экси. Века Эфта. Века Эфта, молодец. Века Охто. Века Охто. И Века Энья. Века Энья. Века Энья. Ульян, звука нет. Ага. Простите, пожалуйста. Так, сейчас я прочитаю 5, чтобы вы запомнили. А ты не могла бы побольше сделать слайд? Там плохо видно. Повторите, пожалуйста. Побольше слайд невозможно сделать на весь экран как-то? Ну, попробуем. Вот так вы имеете в виду? Я имею в виду покрупнее шрифт. Ну да, да, уже лучше. Так. Спасибо. Мин, эна, дио, трия, тешера, педе, экши, эфта, охто, эня, века, эдека, дозека, декатрия, декатешера, декапеде, декаэкши, деката, декаохто, декня и икоши. Икоши. Так, Елена, вы можете продолжить? Смотрите. Икоши это 20, а 1 это n. Можете продолжить? Как будет 22? Дио. Это и. Дио? Дио. 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 Вы забыли одну вещь. Да. От 11 до 19 пишется n, то есть века и цифра. Например, века n будет 11, а с 21 и так далее, когда идет эйноси, надо их вместе в одном, без пробелов. Подожди, не поняла. Ну, вы пишете сейчас 21, надо делать без пробелов 21. Подожди. Нет, смотри, красную. Угу.
Так. Андрюшка, пожалуйста. Опять звука нет. Нет звука. Да, простите. Так, Елена, продолжайте. И кости тесера. А, нет, три. Кости три. Три. И кости тесера. Тесера. И кости пенте. Так. А на минуточку. Нет. И кости тесера. Потом? Не помню, как читается. И коси пенте. И коси педе. Педе. Потом? И коси экси. Экси. И коси эпта. Да. Экоси охто. Да. Экоси эння. Эння. Ударение на а. Экоси эння. А экоси где ударение? На первом? Или на третьем? Да. Экоси. И коси ня. Ударение здесь на йода, на и, а ня на а. Значит, а третий три. Да. Принята. Так. Хочешь кто-то записать? Это сложно. Так. Кто-то еще пишет? Нет. Так. 30 это триада. Даша, ты можешь продолжить? Нет, я не знаю. Давай я тебе помогу. 30, как будет? Ты помнишь? Вот здесь пишет. Я такими буквами не умею читать. Да. Давай так. Какая первая буква? Ти. Ты. Нет, потом. Непонятно. Это Р. Вот это И. Это А. Это Н. Это Т. Т. А. Это А. Все вместе. Триада. Молодец. Так, как будет... А, да. И. Как будет... Один. Это Э. Это В. Н. А это Н. Будет все вместе. Н. Н. Молодец. Будет 31. Три. Три. А. Па. Триада. И один. Энна. Энна. Молодец. Видишь, получилось.
Как будет 32? Подожди еще. 2 будет... Это З, это И, а это... О. О. Зио. Зио. Как будет 32? Три, да? Ви. Будет Вио. Вио, молодец. Вио. Три. Да. Еще раз три авда. Да. Нет. Подожди. Три это... Три. Три. Молодец. Три. Три. Да. Три. 34. Три. Это у нас будет три анта. А четыре. Это с. Т-о-э-ра. Т-ра. Тесера. Тесера. Молодец. Так как будет? Т-о это С, да? Да. С это О с черточкой. Тесера. Тесера. Ударение на первой Э. Так, одну. Давай скажешь это и продолжит кто-то другой. 35. 3 анда. И 5 будет... Это какая буква? Это пенте. Пенте. Андочку увеличу. Так. Пэд. Так, продолжить сейчас кто такой. А кто будет продолжить? Давай, Марина. Я? Что? Как будет 36? Как 30 произносится? Триада. Триада. Т-р-и-а-д-а. Триада. Триада. И 6 будет. Это Э. Это Кс. Триада. И. Экси. Триада Экси. Экси, молодец. Как будет 37? Триада. А 7 будет... Это какая буква? Э. Молодец. Так, Это фу. Фу. Это. Фу. Это. Это ц, а это? Т.
среда эфта. Эпта. Эпта. Так как эпта. Будет 37, триада. Триада эфта. Эпта, молодец. А, ударение на А. 38. Да. Как будет 30? 30. Вот так, это. Так, забыла. Триада. А 8 будет... Какая первая буква? Триада охта. Охта. Молодец. Ох, да. А, 39. Так. Три. И одна. А, 9. Эвета. Это мы. Не. Повтори. Не. Повтори, пожалуйста. Триада и не. Угу, триада и не. Молодец. А, сорок будет ша. Да. Так, кто другой продолжит? Продолжит кот. Или Татьяна? Я тут. Как будет 41? Сорок – это шарада. Шарада – Эва. Эна. Шарада – Эна. Молодец. А 43? Шарада – Прия. Шарада – Три. Молодец. Да. Говори и следующее. Шерата Тео. Тесера. Тесера. Сарада. Следующее. Шерата. Пенте. Пенте. Педа. Ой. Сарада. Сарада. Эси. Экси. Экси. Сарада. Экси. Продолжит другой. Сарада. Экси. Молодец. Следующий, кто хочет сказать, кто не говорил, не говорил, Тоня. Как будет? Как мне 4? Сарада, это 40. Повторим. Сарада. Эпта. Эпта, молодец. Алло, привет. Следующим. Перед следующим. Как будет 8? Вот здесь.
Охта. Тарада охта. Молодец. А, 49. Как будет? 9. Сарада. А как будет 9? Я забыла. Здесь. Сарада. Эня. Сарада. Эня. Молодец. А следующий пенид 50 будет пенида. Так, кто скажет 51? Кто не говорил? Не говорил. Роман. Будет Беннинта. Эна, Беннинтон Вио, Беннинтон Трия, Беннинтон Дезра, Беннинтон Бентон. Роман, потихоньку. Пенида, Эна. Потом? Бенита Вио. Пенида Вио. Потом? Бенита Трия. Не Бу, а Пу. Бенида. Бенита. Бенида. Бенита. Дезера. То есть три. Дезера это 4. А три? Три. Три. Молодец. А как будет 54? Бенита. Беннинтон, Беннинта, то есть Беннинта Дезра. Пенида, Пенида, ударено И. Пенида Тесера. Ну, давай скажи еще одно. Беннинта Пента. Педа, молодец. Так. Пенида. Пенида. А, так, кто не говорил, по-моему, все говорили. А... Можно я еще раз? Давай. 50 это будет. Пен. После не как это? Это И. Пенида. А 6 как будет? Шесть это Экси. Экси. Потом 57. Пенида. Пенида, а 7 будет? А кто? А... Эпта. Эпта. А кто? Эпта. Это лучше. А... 58? Пенида. А кто? Пенида. Ой. Пенида. Ох, то. Молодец. Ой. Пенид. Так, 60 будет... Экси. Экси. Экси.
Елена. Да, Маш, Елена. А как будет 61? Эксида, Эва, Эна. Эксида, Эна. Эна. Эксида, Диа. Как вы сказали? Диа. Диа. Дио. Да. Эксида. Трия. Трия. Эксида. Тешера. Тешера. Да. Эксида. Пенте. Да. Эксида. Эксида. Экси. Да. Экси. Эксида. Эпта. Эпта. Да. Эксида. Эпта. Эксида. Охто. Так. Охто. Продолжит. А можно я скажу, мне 68 лет? Имя. Имя. Эксида Охто Хронон. Да, так. Да. Саша. Мы тогда ставим. Мы до ста будем? А, да. Посмотришь потом. Так. А, Саш. Как будет 69? Не знаю. Шестьдесят будет... 60. Это экси. 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 А 9 будет? Экси. А тут не написано, как будет 9. 9 будет? Экси. Экси, экси, эрла, экси, эрла. Эня, эня. Экси, эрла. Эня. Так, будем продолжать с цифрами другой раз. А с чем будем читать? Так. Ένα λεμόνι με φτερά. Как переводится? Так, я скажу. Ένα, один, одна, одно. Лемони, лимон. Με φτερά, с крыльями. А да, я забыла слова. Кто прочитает? А, давай, Елена. Прочитать что нужно? Слова. Да. Ав. Пе. Ой, господи. Это су. Ан. Се. Се. Сеш. Ан. Сеш. Или ан. Селиш. 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 Это? Если хочешь. А еще два. Первое Г. Да.
только мягко. Гелао. 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 Смеюсь. Смеюсь. Простите. Смеюсь. Гелао. Love. I love. Кузнечик. Ридес. Акрива. Акри. Да. Криза это одна. Один кузнечик. А криза это много. Акри... Так, да. Продукты. Тоже. Марина. Сколько уровней? Пожалуйста, включи микрофон. А, можешь очаровать, плиз? Горилас. Вань, можешь очаровать? Марина. Это горилла или тоже много их? Горилла. Минуточку. Горилас. Горилла. Горилла. Какого я слушаю второй? Марина, ты можешь сказать следующее? Что? Ты можешь можно прочитать следующее? Ну... Ты тут горилла читаешь? Да. Это вот... Д или что? Там аматиста. Мама. Горилла. Горилла. Так. Да. Это горилла. Следующее. Гаидес. Гаидес это? Креветки. Следующее. Это какого-то? Хо-но. Ваухо. Четыре вешалки, три. Ничего себе. У нас сова всего четыре буквы по-русски, а так вот столько букв по-гречески. Да. Ку. Это куно ваука вая кукувая кукувая. Да, есть одна песня кукува кукува. Птичка крылья. Так, кукувая это сова. Кукувая, ой, какая прелесть. И последнее. Это фу. Это какая буква? Сейчас посмотрим, что это есть. От тебя ответ хотят? Фтега крылья. Тар. Фтера. Фтера. Это крылья. А как будет одно крыло? Фтеро. Фтера. Так. Налемонтера. Переводится как? Елена? Лимон с крыльями. Угу. Так. А Ионой будет Тоней. Орфеасом будет Саша. Марина будет Елена. Мальчик с черными волосами будет Даша. А Арис будет Роман. Так. Тоня, начинай.
Твои... Пу... Пу... Ине... 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 О... Па... Па... У... У... Ла... Ло... З... С... Молодец. Профессор Саша. Лес ва вал на о сто ла ка си здесь читай лес на я же уже читала это видео. Ты читала вот это. Лес на индика села. Лес ва эй ивал. Лес на ине. Лес на ине. О, и Стив Касела. Молодец. Елена. Лес на иной ото. Смотрите. Эпсилон и йота. Э, и вот это и читается и. И. Альфа и йота. А и вот это и читается э. Лес на ине. Ото. Или что это? Сто. Сто. Сто кала... Фи? Фи. Фи. Да. Тоня. Лес. Лес. На. Пи. П. М. И. Это и. Пи. Е. Спиешь? Спите. Спите. Молодец. Марина. Я вижу, она не там. Роман. Роман. А мы скоро закончим? Завтра. Через 7 минут закончим. Так, Марина не отвечает. А, Даша. Даша. Отлично, я? Да. А это как читается буква первая? Это мы. На... Тос. Тос. Пие. Пие. Сти. И. Лемоня. Лемона. Матос. Пи. Е. Ти. Матос. Пие. И. Сти. Лемона. Лемоня. Молодец. А, и Арис будет. Анастасия. Анастасия. Так, не сейчас,
Опять Елена. Первая буква это что? Я пришла на следующий урок, не на этот. Ладно. А, это с... Сан, лимони, мефтера. Да. А, так, кто будет переводить? Так, чтобы побыстрее, я переведу. Пу инне о папагалус. Где попугай? Лесна инне стикасела. Англичку, пожалуйста. Ульяна, не слышно. Прошу прощения. Лес на инне стикасела. Думаешь, он в сундуке? Лес на инне стикаласи. Думаешь, он в корзинке? Лес на пие спити. Думаешь, он пошел домой? Нато, спи с ламуня. Вот он. Он пошел на лимонное дерево. Сам лимонный мефтера. Как лимон с крыльями. Так, продолжим. Так. Нет, вот. А, кто прочитает? Саша? Саша? У тебя выключен микрофон. А, спасибо. Ian latos. Таталуга. Ова. Пубо. Ста. Ла. Ма. Ай-я-лаба. Ста-ка-фо-и-о-н-с-ти-ли-каба. Ликаба. Ульян, прошу прощения, у нас 2 минуты осталось до следующего урока. Ну, давайте прощаться. В следующем уроке переведем. Спасибо за урок. До свидания. Я Саш. Пока, Саш. Пока. Спасибо. До свидания.
Пока, до свидания.